имени коллектива спортивно-оздоровительного центра для женщин «Тонус Клуб» поздравляю всех с наступающим Новым годом. Желаю всем здоровья, красоты и стройности. Об этом разрешите позаботиться нам. В «Тонус Клубе» сочетаются активные занятия, релакс и спа-процедуры. Наше уникальное инновационное оборудование, разработанное специально для женского организма, поможет даже самой требовательной женщине достичь желаемого результата. А высокий уровень сервиса позволит почувствовать себя в комфортной обстановке в удобное для вас время. В ноябре этого года мы праздновали наш маленький юбилей. Нам исполнился год. Он был насыщен интересными событиями. Мы дарили лето в подарок, создавали фигуры на заказ, делили цены пополам и худели без усилий. Нашим клиенткам досталось в подарок не только массажное оборудование, но и различные сертификаты от студии красоты Glam Go до путевки в Турцию для двоих. В течение года мы радовали наших клиенток новым оборудованием: виброплатформа, пресса-куртка, полбайк и клаймбинг. Все эти тренажеры с пугающими названиями помогают женщинам подниматься к вершинам стройности. А в наступающем Новом году мы порадуем клиентов открытием соляной комнаты, которую можно будет посещать уже всей семьей, гидровой бочкой и аппаратом для миостимуляции. Самым приятным событием уходящего года было то, что мы подарили на Новый год и тренажер для реабилитации деткам с диагнозом ДЦП из детского сада номер 60. Тренажер точно имитирует ход лошади. При этом ребенок стремится удержать равновесие. В работу включаются все группы мышц, необходимые для ходьбы. Вокруг позвоночника формируется сильный мышечный корсет, снимается мышечный спазм и нагрузка с суставов. И потренажер тренирует координацию движений. За счет этого улучшается работа вестибулярного аппарата, что очень важно для детей с данным диагнозом. И в завершении хочу еще раз поздравить всех с Новым годом и пригласить в гости в Тонус Клуб. И помните, все мы разного веса и роста. Обретите свои 90-60-90.